20 декабря в 10 часов вечера вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь из Авдеевки по центру Ясиноватой. Противник выпустил 16 снарядов калибром 122 мм. Разрушения получили множество жилых домов, перебиты линии электропередач и газовые трубы. Жители города шокированы, ведь никто не ожидал, что жизнь этого спокойного, тихого района разрушат прилеты снарядов. На место сразу же прибыли все оперативные службы. Мы сейчас находимся на населенном пункте Ясиноватая, 102 квартал, дом номер 11. Было прямое попадание в 58-ю квартиру. Вот мы видим отверстие входа. Обстрел велся вооруженными силами Украины со стороны Авдеевки. Хочу отметить, что этот район подвергся массированному обстрелу, предположительно калибром 122 мм снарядами. Хочу обратить ваше внимание, что здесь нет наших позиций, это центр города, жилой район, здесь нет никаких военных объектов, здесь только живут люди, район густо населен. В этом доме также пострадала женщина, получила ранение, ее отвезли в больницу. Также хочу отметить, что сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики оказывают помощь, поскольку уже холодно, зима, перекрывают окна для того, чтобы в помещениях сохранялось тепло, и проводят ремонтные работы по поврежденным зданиям и коммуникациям. А с какой стороны били? Ой, я обстрел оттуда. Вот как, а там что? Какой населенный пункт? Ой, ну как Авдеевка, за крутой балкой. Ну, со стороны Авдеевки получается? Ну да, получается где-то оттуда. А здесь где-то есть наши позиции ДНР или, может быть, какие-то военные объекты? Вообще, я говорю, в 14-м, когда пуляли, тут вообще через верх только летали, через нас. Понятно. Спасибо большое. Я точно не помню, но где-то без 15, да? Без 20, где-то 10, наверное, услышали далекие выстрелы, потом свист и падение. Около десятка где-то упало вот в нашем приблизительном районе. Был, ну что, свист, осколки залетели в дом, попробивало, попадали окна. Лежали все в ванной на полу с ребенком, женой. Всякое слышали здесь за эти 3,5 года. Ну, такого, конечно, не было. Спасибо. Пока ваше слово. Фактически, пожалуйста. Центр, да, города? Ну, это да, да. Это середина, скажем так. Пусть там не культурный центр какой-нибудь. Да, вот именно середина города. Середина конкретная города. Конкретная середина города.